Александр Павличенко, правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека с нами на связи. Приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Александр Николаевич, действительно поднимаем в очередной раз, потому что эту тему мы с вами очень часто обсуждаем. Как только появляется информационный новый повод, обязательно напоминаем. Хотя, мне кажется, об этом стоит говорить, кричать по возможности. Да, как только появляется хотя бы минимальный даже такой шанс об этом говорить на международных, в особенности, площадках. И я думаю, что не случайно и Дмитрий Лубинец с какой-то долей такой радости говорит о том, что Япония присоединилась к этой инициативе, коалиции, которая будет ныне помогать возвращать украинских детей. Потому что я понимаю, почему радость, потому что очень много работы прилагается для того, чтобы в мире понимали, как действует Российская Федерация в вопросе вывоза украинских детей. Поэтому хочу все-таки, да, вот Дмитрий Лубинец аргументировал, сказал, что это еще одна из стран, и фактически замыкает вот эту концепцию стран большой семерки, но еще есть около трех десятков стран, которые тоже принимают в этом участие. Что бы могла... Очень часто мы, благодаря средствам массовой информации и тому, как участвует Катар в вопросе возвращения детей, мы о Катаре слышим, да? Катар действительно имеет все-таки какие-то свой концы и с Российской Федерацией, и общается представительство страны Катар с Российской Федерацией и так далее. А вот Япония, да, вот хочу у вас узнать, Александр Николаевич, каким образом Япония, может ли как-то единолично эта страна тоже способствовать тому, чтобы украинские дети возвращались на территорию Украины? Япония может содействовать программами и ресурсами, которые могут работать здесь, в Украине или на территории третьих стран. Mm-hmm. На самом деле здесь очень важна позиция государства-покровительницы, которого на сегодняшний день этого государства или покровителя, если это в мужском роде, такого государства на сегодняшний день нет официального. И в этом есть большая проблема от начала широкомасштабного вторжения. Катар играет небольшую роль, но он не заменяет и не замещает собой вот это государство-покровительниц. И если мы говорим о роли каждого из государств, членов вот этой коалиции, там уже 33, то они, конечно, прилагают усилия для того, чтобы, ну, во-первых, идентифицировать места нахождения и оказывать содействие по возвращению. Они наполняют фонды тех благотворительных организаций, которые по-настоящему работают. То есть, вот, скажем, по-настоящему реальный вклад делают вот эти непосредственно организации, которые работают по установлению мест, они получают информацию контактную, они работают с родственниками, оформляют все и логистические, и правовые документы, которые нужны, там это и паспорта, и билеты, и обеспечивают переезд, связи, передачу, скажем так, с рук на руки, потому что тоже помогают и по российской территории. Есть организации и группы людей, которые точно так же оказывают содействие и помощь в возвращении украинских детей. И вот помощь вот этим организациям, собственно говоря, вот как Save Ukraine, это тоже часть поддержки, часть вот той необходимой, скажем, такой политики, которая реализуется на возвращении украинских детей. Ну и, наверное, сейчас важно сказать, что чем дальше ходит период оккупации и вот вовлечение украинских детей в ту российскую идентичность, тем сложнее их возвращать в украинскую, скажем, ментальность и идентичность, вот, из которой они были вырваны. И вот эта русификация тоже оставляет след. И пропаганда, и политика пропаганды, которая очень активно и профессионально, надо сказать, и ресурсно, очень поддерживаемая Россией, осуществляется. Они это называют там заботой о ребенке. Но на самом деле это вот
собственно говоря, уничтожение украинской идентичности и вот эта вот манкуртизация, как такой термин был еще в 80-х годах прошлого века, повесть это была Чингиза Айтматова, собственно говоря, когда утрачиваются корни с тем народом, из которого был взят ребенок, и происходит его полная, скажем, переориентация вот на ту среду, в которую он вывезен. Ну и давайте говорить также о том, что Россия не делает никаких шагов навстречу ни международному сообществу, ни при общении с государственными партнерами, с предложением вернуть детей, которые были насильственно вывезены, фактически похищены, перевезены с оккупированных украинских территорий после 24 февраля 2022 года. То есть тех, кого удается установить, идентифицировать, да, они помогают, ну, скажем так, не помогают, они позволяют вывести. И вот здесь уже включаются такие механизмы, как использование, скажем, государства, которое может заходить на территорию Российской Федерации, и вот это Катар тот же самый, например, и осуществлять все необходимые юридические, в том числе, шаги, и перевозить детей с территории Российской Федерации в Украину. Александр Николаевич, в России опять готовят вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. По его данным, санаторий Санкт-Петербурга планирует принять 2480 детей и 150 педагогов. Оккупационные администрации часто организовывают вывоз маленьких украинцев без разрешения родителей или же получают его с помощью давления. Вместо оздоровления для детей проводят пропагандистские мероприятия. Очень сложно, конечно, отслеживать это все, и тут это все на грани разведопераций, да, наших, для того, чтобы знать, какие дети где находятся. Александр Николаевич, все эти мероприятия, вывоз детей, их содержание без доброй воли их родителей, без самого желания ребенка, это все преступление, так или иначе. Ведется ли учет тех, кто в этом задействован? Вот эти санатории, у них есть главные врачи, в этих санаториях есть воспитатели. Эти люди должны нести ответственность за то, что они делают? Это хороший вопрос. И когда стоял вопрос, например, о перемещении украинских детей в Беларусь, мы помним, это было и в прошлом 2023 году, и в 2022 году, то тогда как раз по отношению даже к Беларуси была выставлена претензия и, собственно говоря, обвинение в том, что они содействуют похищению украинских детей. Они были заявлены как соучастники преступления похищения украинских детей. Это был очень серьезный шаг, который, скажем так, на международном уровне поднял вопрос о том, что нужно проводить расследование, устанавливать, какую роль играл или не играл тот же самый так называемый президент Беларуси. Он как бы не совсем легитимный, не всеми признан. Или другие лица, которые были задействованы. И в том числе даже представители Белорусского Красного Креста, напомню. То есть они тоже были в очень некрасивой позиции и даже поплатились за вот это вот, скажем, содействие в перемещении украинских детей. То есть это на самом деле имеет далеко идущие последствия и зависит все от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Пока чувствуют себя безнаказанными, скажем, те же самые россияне, и они делают шаги, которые фактически приравниваются к совершению военных преступлений, но они на сегодняшний день чувствуют себя безнаказанно и думают, что так будет продолжаться, когда будет наступать вот этот вот период ответственности, то тогда будет важно иметь всю информацию о том, когда происходили вот такие перемещения, кто принимал в них участие, какая роль была вот каждых из лиц, которые были в этом процессе. И
Ваш вопрос о том, ведется ли документация или фиксация этих процессов, это офис генерального прокурора, у них есть специальное подразделение, департамент военных преступлений. Есть отдельный у них даже подраздел, который ведет преступления по отношению к детям. И вот такие преступления, они фиксируются очень тщательно и собирается максимально вся доступная информация с персональными данными лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершение вот этих именно преступлений. Поэтому прежде всего это работа государственных органов, которые должны фиксировать и работать над проведением надлежащего на том уровне, на котором сегодня допускает ситуация расследования вот этих ситуаций всех с перемещением украинских детей. И, насколько я знаю, это происходит. И, собственно говоря, здесь нужно только стимулировать и наполнять ресурсами, в том числе и с помощью наших зарубежных партнеров, официальные органы расследования. Ну и действительно, есть удачные примеры, не люблю я это слово «кейсы», но как раз опыт по возвращению украинских детей, двух подростков, вот в частности, удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию, все время на оккупированной части Херсонской области. 17-летняя девушка, 16-летний парень, лишен родительской опеки, находятся теперь в безопасности, получают необходимую медицинскую, психологическую помощь. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, с начала этого года из российской оккупации вернули 61 ребенка. Их выезду предшествовала кропотливая работа благотворительной организации Save Ukraine, областных органов опеки и попечительства, а также служб по делам детей. Ну, в основном тех детей, которых действительно удается вернуть, это дети с временно оккупированной территории. Я так понимаю, что как раз если уже выведены на территорию Российской Федерации, хотя тоже есть примеры по возврату детей с территории Российской Федерации, которые были вывезены, но все же этот процесс более сложный. Насколько я понимаю, у нас остается буквально 30 секунд. Александр Николаевич, тут главное фиксировать эти все моменты. Да, даже если не сейчас, то в будущем все равно будет возможно доказывать в международных судах. Поэтому важно фиксировать, и важно все-таки, насколько я понимаю, прилагать усилия максимально, даже находясь на территории Украины, но прилагать усилия для того, чтобы дети были возвращены в Украину. Ну, еще важный момент. С теми детьми, которые возвращены, нужно обязательно очень глубоко работать с тем, чтобы они были возвращены, скажем так, полностью и излечены от той интоксикации, которую они получили, находясь на территории или оккупированной, или Российской Федерации. Спасибо вам огромное, Александр Николаевич. Обязательно увидимся. Тема сложная, тема непростая, но тема одна из самых важных сегодня для Украины в частности. Александр Павличенко, правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.